Вспышка эпидемии африканской чумы свиней в Раздольнинском районе не привела к росту цен на мясо. Об этом сообщил министр экономического развития Крыма Валентин Демидов. По его словам, сейчас ведется активная борьба со спекуляциями на рынке. Дефицита в мясной продукции нет сегодня в Крыму. Есть возможность увеличить завоз мясной продукции в Крым. У нас доля местных производителей порядка 17-20%. Остальное все, в принципе, пока завозится. Переговорили со всеми поставщиками. Все готовы увеличить, если необходимо. Цены в среднем не показывают роста. Кроме того, Демидов заверил владельцам живого веса поголовья свиней, которые изымают для уничтожения, компенсируют его стоимость.